Каспийске прошла очередная отправка гуманитарной помощи солдатам, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Организаторами отправки гумпомощи вновь стали представители Общественной палаты Республики Дагестан. Мы находимся здесь по поводу передачи второй части гуманитарного груза, который будет отправляться в зону СВО для обеспечения тылового обеспечения жизнедеятельности наших военнослужащих, которые находятся там. Первую часть груза мы передали тоже некоторое время назад. В ней тоже находились водонагреватели, душевые емкости для того, чтобы наши бойцы могли обеспечивать свою гигиену. На этот раз общественной палатой были отправлены дизельные генераторы и конвертерные нагреватели. По словам представителя Общественной палаты Республики Виктории Гаджиевой, в связи со сложившейся ситуацией в стране нашим бойцам необходима любая поддержка, будь она материальная, либо моральная. И это будет такой своеобразной весточкой о том, что мы о них помним, что мы о них заботимся. Это, кроме этого, мы знаем, что наши дети, наши студенты в нашей республике отправляют какие-то теплые слова нашим военнослужащим. Все эти вещи очень важны для людей, которые там находятся, потому что это действительно очень тяжелый долг, тяжелая обязанность, которую они выполняют. Отметим, что со дня начала специальной военной операции все общественные организации, образовательные учреждения, правительство республики и многие другие оказывают всевозможную поддержку нашим ребятам на передовой.